what it was that made you change. Will I try, but I had to draw a line. Still this question keeps on spinning in my mind. What if I have never let you go? Would you be all that I used to know? If I stayed, if you tried, you would go home and talk back down. But I guess we'll never know. Sin, which we can turn it back, right back to start. Wondering what it was that made you change. Do you think how it would have been sometimes? Do you pray that I never left your sight? Молодец, что так подготовилась. И работай, пожалуйста, над голосом. У тебя прекрасные данные, ты очень музыкальный, нежный такой голос, репертуар ты нашла свой. Работай больше над дыханием, и голос будет такой, становится более еще интереснее. Спасибо. Девочки, я даже не знаю, сколько с чего начать, потому что меня разбирает. Мне очень хочется много сказать. Во-первых, я хочу сказать, что это тот редкий случай, когда необходимость подтанцовки как таковая не нужна, потому что ваш голос, он завораживает на самом деле. И мне хотелось смотреть только на вас и какую ноту слушать, какую следующую ноту вы выдадите. Понятно, что не все было идеально и гладко, не все ноты вам давались, но в целом картина просто замечательная. И настолько правильно в соответствии с возможностями и с тембром голоса выбранная песня. Браво! Спасибо.
молодец, очень красиво спела, но если брать такую хорошую потанцовку, то это надо быть осторожным, что потанцовка может тебя заслонить. У тебя голос, он лился как ручеек. Очень приятный голос, не ушей. Мне кажется, что репертуар в стиле фольк тебе очень подошел. Спасибо большое вам. Спасибо.